Саши позвал меня что-нибудь перекусить. У нас есть еда. У нас бенган-бар, тарис, булочки, овощи. Помидоры надо будет купить. Но ему захотелось опять в свет выйти. Мне нравится. Не готовить не надо, ни тарелки мыть. Это классно. Да и вообще новые места посмотреть, поменять. Где-то он сказал, вот здесь он будет. Приглашает меня в новое место. Или не здесь? Да, здесь. Peace Garden. Veg Tali, вот что он хочет. Chicken Tali. Free Wi-Fi. Хорошая вещь. Fish Stick. Из всего меню мне понравился free Wi-Fi. No, или no problem. You order what you want. I order one Tali. А вот такое махараджевское место. Place for Maharaja. You don't like? I like this view. Ага. Хорошо, right also. Order right, okay? Мне вот такие нравятся. Какие они уютненькие, смотрите, просто какие-то из каких-то палок бамбуковых покрашенных. Вот, в общем, весь строительный материал – это бамбуковые палки. Ящики какие-то вот на ящики кладут, деревяшки, получается столик. Moving, moving, что-то. Which one, this one? Peace Garden, yes. Ну вот что-то не подключается. Ну сейчас еще раз попробует. Peace Garden. Что у них есть? Сэндвич с хумусом 80. Не, не. А трэш, трэш. А, мы отдали уже, мы уже отдали мусор нашей хозяюшке. Ну, тут, в принципе, все одинаковые цены. Чай там 30, 40. Фруктовый салат, фруктовый сок 80, апельсиновый, watermelon 70, папайя 70, Wi-Fi не working. Так, классе 70, 90, банана, каша с бананами, вот, пожалуйста, микс фрут поридж, это на завтраке. Блинчики есть, супы есть. No, they tell no possible to get IP address. Вот супчик простой овощной 80-90, с лапшой 80, суп со сладкой кукурузой 80, кисло-острый 80, французский луковый с креветками. Так, а мне нравится с машрумом. Нету, что ли? Нету. Брекфасты. Expensive. Так, индийский, да, завтрак. It cannot be same case, but the lot is not gonna be like that. This is the print from American menu in America. Да. You know? В общем, смотрите, какие тут есть завтраки. Continental. Европейский завтрак за 200 рупий. Два яйца, ветчина, обжаренные грибы, картофель фри, фруктовый салат, тост с маслом и джемом, чай или кофе. Вот. I have. I wanted to check speed. It's still not working. What did you order? I ordered Tali. Tali. Хорошо. А где Тали? Show me, where is Тали? Китайская, вегетарианская, не вегетарианская. Пицца у них есть, вон, всякая разная. 190, 220, 370, наверное, какая-то большая, супер-пупер. No, they try. Не подключается. Что такое? Что такое? Я только сказала, что классненько. Будем иногда тут кушать. Паста. Помаролла 170. Томатный соус, базилик, моцарелла. Лук, перец, баклажан, моцарелла. Томатный соус, курица, оливковое масло.
200. Al pollo. Ну ладно. We can order one time pizza. Что-то я сейчас не сильно голодная. Мы сейчас чай пили с Сашей. Зеленый чай. И он купил вчера чизкейк с German Bakery. Моктейли. Мороженое. Десерты. Рисовый пудинг. Шоколадный шарик. Привет королеве. Голубое море, солнечный день, сладкий поцелуй, безалкогольная мохито 160 рублей, желтая леди, красная леди, наш особенный моктейль. Ого, ого. Look nice. А где у них? Вот, я не голодная, мне больше не надо. Empty plate, because I'm not hungry. Тора, you да, must help me. You have to help, no, mama. I don't want papa too much help. If хорошо. Papa eat all, I'm gonna sleep. Ты должен идти на работу. Money and bring God picture. Чел, да. Шинот элон. Гар бежал. Роти гар бежал. Бегом другая. Разный бюджет, говорит. Разные организации. Но сейчас вот этой вот, когда ж двадцатку? Первая расстроится. Нет, десятка, все нормально. Не сдавайте наше место. А то сейчас нашлют. О, третья, третья. Oh my God. How many people? А потом мама придет. Автомама кам. Ну что, начал уж. Назвался груздем. Благотворителем. Полезай в короб. They might go and tell everybody. No, no. Сейчас. Так он и говорит, сейчас они пойдут и всем сообщат. Давайте, давайте. Дайте нам пустую тарелочку, пожалуйста. Будем смотреть, вдруг Наталья с Сережей придут сюда. Полочка, шелф. Не-не-не, я уже купила, спасибо. Thank you. I will tell him back for 300 after 1 week. You will go like this? No, I tell to him for 300. No. I will take to put apart. Давай мне. Если что, кто будет спрашивать, вы что, руки не моете? Вот раковина. Все руки моют. Тора, yes. Мне понемножечку. Угу, бас. Угу. Антонион и лука. Чуть-чуть. Лук они тут всегда едят, я уже привыкла лук есть. Чуть не с утра. Все, бас. Вот он аппетит. Чапати давай, ага. Ой, что-то он мне так много риса. Darling, you put for me all rice. Steak for you. Мама working all day, all time. Так я ж не физически working-то, мозгами. Мозг нужно кормить сладким. А вот и наш мусор есть. Оставлю на минутку. Мужа сгоняю за томатами, за помидорами. Как все близко. И как тепло. Посмотри, говорит. Вот
я и дошла до лавочки. Где, говорит, твой партнер? Я говорю, кушает талия. Он говорит, нет, камера, где твоя камера? This is not a cabbage, this is different something. Yeah, iceberg salad. Iceberg salad, о. Поэтому that's why expensive, да? Yeah. На 90 рублей, говорит, он вытянул. И все вместе вышло на 160. Спасибо. What is your name? Ibi. Ibi? Yeah. Oh, nice name. This is Indian name? Yeah. Ibi, Indian name? Nice, thank you. Ну что я купила? Значит, 4 лимончика на 10 рупий. Помидоры по 20 рупий. Так, что-то я здесь хотела купить. Сейчас я вспомню. Меда, наверное, немножко. Вот, и вот этот, я думала, это капуста вообще какая-то мягкая, недоделанная. А это оказался какой-то крутянский, забыла кто. И вот теперь будем делать крутянский салат, прямо даже с гранатами. Еще гранат купила, и с медом, и с лимоном. Где мед? Маленький мед, small. Вот этот мед Хани, фирмы Добур. Вот такой маленький, 60 рупий получился. Мне много не надо. У меня меда несколько баночек даже дома есть. Просто я забыла с собой взять. Мне дарили. Сама привезла из Питера. Ну и две вот подарили. А хочу сделать вкусненький салатик. Необычненький. Так, здесь я его оставила. Может быть, уже и ушел. Он сказал, если что, я уйду домой. Все, пошли. Пойдем, water. Ага. О, книжечки. Books. When you boring, you can read. Ага. Lonely planet. Саша хочет купить этого слоника. Купи, бай. Давай, спроси. Так что, прямо со стены? Он же грязный. Сколько он стоит-то? 450, потому что грязный. They have new? Yeah, they have. Давай, покупим слоника. Отлично. Мама? Да? Yeah, 450. Ага. Not bad. Maybe it's different. On elephant we can use like bedsheet. Shiva only like carpet because no possible to sleep on Shiva. No, I want to put on the wall. Да. You can help to put in our wall. Buy two. Let me also price it. But I don't like black. Black making room smaller. Я говорю, я не люблю черные. Черные делают комнату меньше. Да, давай elephant now. Угу. Хорошая, да. Ой, какая хорошая. Ой, какой красивый. Мама, Give for washing. Смотри, говорит. Ну, а что ты хочешь за 450-то? No problem. Окей, окей. Да ладно уже. Индийские quality. Качество индийское. Give for washing. Вон какие. Это на косу, наверное, делается. Это на прическу. Вон такая красота. Видите, какая вон. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Наконец-то мы с вами встретились. Слушайте. Блин, я без подарков. Ой, да ладно, перестаньте вы. Да что-то как-то вот я говорю, негаданно не ждал. Не будешь же бегать по Рамболь прям с подарками. Вдруг. Классно, то, что мы с вами встретились. Очень Давайте приятно. Давайте куда-нибудь ходим вечером, покушаем. А мы вечером, у нас встреча, мы на пляже, он же торгует, и мы уже договорились с несколькими людьми, они придут. Приходите.
Намасте, абхазия. О, вы по-хинди говорите? Тора-тора. Бхотача. Вы откуда? Я с Казахстана, с Алматы. Ага, from Казахстан. А, very good, very good. Very neighbors, my neighbor. Yes, yes, yes. I really like to watch Irina's videos, because, you know, it makes me really happy. Ирина, thank you so much for what you do. Ой, как вы хорошо говорите по-английски. Казахстан, Казахстан. One day we will definitely come. So nice. Okay, we'll see you then you can on the sunset. See us on sunset, yes. I'll bring you some presents, guys. Oh, thank you. What is your name? My name is Rustam. Очень приятно. Nice to meet you, Rustam. Очень приятно. Famous name. Yes, famous name. There was one big Rustam, like the, it used to be the title when you are in the army of Maharaja, and somebody very strong, they called him Rustam. Он говорит, когда это имя известное очень, когда ты там в армии Махараджи и очень сильный, их называют Рустам, вот таких вот сильных предводителей. Ну, пошли. Надо же, как неожиданно. So suddenly. Nice, nice. Котик. Господи, уже конец декабря. Вот когда же у них открытие это будет? Ну, сейчас, конечно, люди все на пляжу, на сансете. А я вот что сегодня, как бы замороженный сок, наверное, да, решила себе позволить. Почем я не вижу? Рупис. Не вижу, но мне кажется, недорого совсем. Вот. Там уже Наталья, Саши. Ну и я. По-моему, еще 5 часов нету. Я все приготовила для ужина. Карри, овощное карри. Vegetable карри. Цветная капуста, картошка, томаты, лук, паприка. Все это со всякими разными специями. Ой, подожгли-то как. Пахнет, конечно, вкусно. Такой, как картошка печеной. Ну, червячки. Всякие разные кузнечики. Жалко, погибли. Вот, ну ладно, буду сейчас есть вот это, пока не растаяло в руках. Смотрите, какая вкусная очень. Прямо я рекомендую, если будете в Индии. Я и в городах других это ела. Вот такие вот манговые стикс. Ой, кто-то мне звонил, наверное. Так, еще вроде и не жилые эти бунгало. Вот 22 декабря. Ой, воду-то как жалко. Отключите воду, она же пресная. Рано еще. Никто кукурузки не хочет. Никто в кафе питаться не хочет. Никто арбузов не хочет. Там черная собака играет в футбол. Поиграть ей хочется. Там 3 человека играют. А ей тоже хочется. А ее не берут. Вон она. Побежала. А так. Вот я что иду, она все играет. Нет, 4. Ну дайте ей. Дайте собаке-то. Что такое? Никто не дает поиграть. Вижу синий веер. Вижу мою шляпку. Красавчик мой сидит. Без маечки.
Вижу, вижу. Жарко, жарко. Hello. Ой, ой, ой. Фокусы он тут мне какие-то показывает. Здравствуйте. Да? Я буду делать браслет защитный. Молодец, молодец. У меня здесь бирюза и кто? Цеизит. И цеизит. И что? А черные камни это кто? А это просто черные бусины. Правильно. Потому что если все из камней, будет тяжелый сип. А так нормально. Отлично. А камешки будут работать. И если браслет развалится, то значит он на себя все уже забрал. А, да, да, это важно. Сейчас буду сидеть, паять. Правильно. Дарлинг, козырные места взял. YouTube the best places. Пришел рано. О, привет, Рустам. Здравствуйте! Мистер Бхатнагар! Абхазияхэ! Абхазияхэ! This is for Ирочка! О, да что вы! Бусина дзе! Да! Ой-ой-ой! Thank you very much! Thank you very much, Рустам! Спасибо большое! It was my dream, you know, it was my dream to meet you! О, so nice! No, seriously, can I give you a hug? Да, конечно! Хаги-хаги! Nice! Thank you so much! Thank you so much for what you do! You're a really specialist in your profession. I wish you all the best. You are the greatest couple. I love you guys. Ой, как приятно. Кто не понял, что так Рустам благодарил за все, что мы делаем, и сказал, это прям великое дело, вот что мы делаем, и это самая великая семья. Вот. Говорите, говорите. You know, to meet Agori Babas. Yes, but it's a bit dangerous for me to go there alone. But I think I'll find a group and go there. Yeah, you will find a lot of people will go in January until March. How is your business today? Only they only open market. It's still not open. Oh, maybe Ирочка, in half hour. You're so beautiful. No, seriously, you are so beautiful. It was my the biggest dream, you know, to meet you guys. Because you I was writing her constantly. Yeah. It was the third time when I wrote you. Yeah. And I really wanted to meet you guys. Спасибо огромное. Так приятно. Guys, listen, what plans you have today in the evening? We sleep 9 o'clock. Our friends come in from Екатеринбург and we already invite them for dinner. Я вас тоже видел в видео. Yes, yes, sure. Такой звездный рамбольчик. Thank you. Какая прелесть. Бусина дзы, кажется, они, да, называются? Да, да, да. Во, защита, это защита. И ты мне вчера привезла. Да, и вообще супер. Ты просила защиту? Я просила. Я почувствовала один раз, что что-то такое пробито. О боже, со всех сторон камеры на меня. Это еще одни зрители пришли. А вы откуда? Мы из Екатеринбурга. О, у вас Екатеринбург, это Наталья, тут ваша звезда екатеринбургская. Очень приятно. Вы, наверное, одним рейсом и прилетели, нет? Нет, мы давно уже. А как собачки путешествуют? Первый раз. Нормально ей? Ну, да. Или это мальчик? Это мальчик. Он у нас не очень воспитанный. Ты не воспитанный, да? Ой, а здесь столько собачек других. Мы только балуем. Любимчик наш. Мы вчера случайно увидели вас на ошибке. Здесь в Арамбуле. Вообще не знали, что вы здесь. А вы тоже блогер? Или так, для себя, для личного пользования? Просто. Мы любопытные. Живем во швеме. Вас и ваши программы смотрим. Много информации. Я смотрю, он подсматривает. Подсматривает? Мне всегда интересно, что мужчины смотрят на моем канале. Женщины-то ладно, шопинг, там всякие тряпочки. Ну, а я так получается, что заглядываю. Информация. Как можно поехать, где что можно увидеть.
Благодаря вам мы вот треснули вроде как самостоятельно. Самостоятельно, да? Но ничего, нравится, все хорошо. Все хорошо. Мы видим уже не первый раз. На Зимовском первый раз. До марта мы здесь будем. Да, вообще молодцы. Ну, поздравляю, как вас зовут? Меня Оля зовут. Это меня Паша. Паша. Очень приятно. А меня Ирина. А его Саши Наталья. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Не знали, вот честно, правда, подойти вроде хочем, не можем, неудобно. Но правда, перебороли, пойдем, скажем спасибо. Ну, у меня первое время было шок, а сейчас наоборот, сейчас приятно. Подходят зрители, знакомимся, я уже, я просто, ну, с непривычки побаивалась, страшно было. Ну, вот такой же страх какой-то вроде. Первые 10 лет всем тяжело. А теперь освоились. Молодцы, так держать, так держать. Спасибо. Вот, вот Екатеринбург, где у них гнездо, у екатеринбургских? На Гуа, в Арамболе. Вот они где, все. Спасибо. Ладно, чем пойдем? Давайте. Ну давайте. Хорошего вам отдыха, ребят. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. До свидания. Ага. До свидания. До свидания. А ты купаться пойдешь? Да. Так пошли. Раздевайся. Раздевайся? Да. Ты первая? Подожди, как я музыку включу, да? Вон у тебя Сережа приплыл. Так что можешь раздеваться смело. Индийская, да? Индийская, да. Мама тебя назвала Анитой? Да, Анита. Она как ее зовут? А фамилия? Фамилия есть. Есть, а как фамилия? Я купила у Аниты. Она сказала, что она Анита Цой. Привет. Здрасте. Вот такого за 250 я купила. Барабаны? Барабан. Вау, какая красота! Не жарко вам? А меня охлаждает. Дедушка Мороз. Ребята, кто расскажет мне еще поварение? Кто станет на табуреточку? Кто мне чаю принесет? Сейчас. А я тут опять очередной шопинг 155-й. У Аниты покупаю вот. Анжелине пора купить? Нет, я у Аниты Цой вон покупаю. Так, Анита, давай, считай. У них такие тяжелые. Такие тяжелые эти упаковки, что. Все, Анита, я купила у тебя, отстань. Привет, Москва. Не замерзайте там. Приезжайте к нам на Гуа. Мы еле вылетели в космос. Пускали вас кармические узы. Кармический узел. Это карма. Кармический лед. Сначала судно обработали от обледенения. Потом оно 3 часа кружилось по полосе. Нет, потом оно вот так и взлетело. Да, и мы всем самолетом двухэтажным поднимали. Не боялись, не переживали сильно? Я нет. Анита, я уже купила все. Ты не представляешь, сколько у меня платков. Столько же, сколько у тебя почти. Смотри, это мама. Девчонки тоже наши. Вот те, которые шапку Саши такую же почти подарили. Не такой же, конечно. Вечер блогером. Блогер на блогере сидит и блогером погоняет. Представляете, что будет лет через 20? Будет как собак, не будет не людей вот без таких штучек. Да. Все будут ходить. Nice. Смотри, какая красота. Иншаллах. Какие там игрушечки у вас еще? А это Наташечка сплела, свининку продает. К Новому году. Да-да-да, будет же год свиньи. Здрасте. Рассказывали мне о вас.
Рассказывали? Да? Хорошее, плохое? Хорошее. Как у меня сестра обычно говорит, я ей расскажу новости по телефону. Она: Ира, все, мне некогда. Я пошла оперу писать. Это значит, опер велел всем писать. Это она маме рассказывает все мои новости. Называет ее опером. Да. Все, сейчас тебе ей расскажу. Я смотрю, прям большой маркет какой-нибудь развернулся, в принципе. Да, как вы дошли? Долго вы шли? Долго ли вы? Коротко ли? А мы заходили еще в кофейню. Мы еще заходили, да, попить кофе там у нас. Ну, я не знаю, здесь недалеко, надо минут 20. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Тоже зрители, да? Да, мы в том году с вами здесь встречались. Ну, у меня память как у рыбки. Я не помню, что сегодня утром было. Конечно. Мы тут вот все собрались, блогеры, понимаешь, Наталья Каблукова, Натка Форест Лайф. Ну, с Каменск-Уральска, да? С Каменск-Уральска, да. Вы тоже с Каменска? Уже сегодня подходили зрители с Екатеринбурга. А это Каменск. Я же говорю, где сейчас у екатеринбургских гнездо? На Гуа, в Арамболе. Мы вас тоже знаем из-за Ирины. А потом пришли сюда, и вот с Ириной еще встретились. Здорово! Так что вот так куча камер. Да-да-да-да-да, прямо какой-то серьезный слет. Да-да-да, лет через 10 так и будет. Не будет, только младенцы будут без камеры. А как вы, кстати, в Мумбаи это съездили? Отлично, во, вообще, во, ему такой лайк этому Мумбаю. Ой, как мне понравилось. А по делам-то, что все нормально? Да мы там... До съемки там. Ну, нет, мы не ездили ни на какие съемки. Это просто мне муж подарил неделю на день рождения, как бы. Это типа под такой подарок. Я говорила, у нас, что кстати, хочу. У бабушки сегодня день рождения. И мы хотим ее поздравить с днем рождения и передать привет. Как а зовут бабушку? Зоя Иосифовна. Зоя Иосифовна, да. Мы вас поздравляем в такой день. Вот ваши собрались родственники. Ну, правда, выйдет дня через 3, наверное, но все равно. Мы ей потом ссылочку скинем. Это не прямой эфир. Это такой, это более кривой, да, потому что здесь интернет плохой. И сегодня, да, и сегодня такой еще день, солнцестояние, сегодня полнолуние. Где луна? Скоро выйдет, скоро будет. Вот. А может, дочери привет передать? Конечно, давайте. Динара, привет половины. Как зовут? Динара. Динара, откуда да. она? Она из Чайковска, Пермский край. Ага. И сыну Артуру привет. Вот, все принимайте привет. Я вас сейчас смотрю. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Малик. Очень приятно, Малик. Миша, давай привет. Лиза, привет. Кому? Лизе. Лиза. Лиза, тебе привет от Миши. Сестренке Лизе. Вот. К чьи еще приветы? Как это? Как его там? Поле чудес, что ли? Как вот? Колесо-то было. Спасибо и вам. Хорошего вечера. Ага. Отдыхайте. Давайте, счастливо. Ой, извините, пожалуйста. Налетела на дитя. Конечно. Где еще? Или в Гуа, или в Каменске? Нормально, да, Наталья? Как, да, здравствуй, как в своем городе. Здравствуй, Южный. Потому что я живу на Южной. Так, а это вот визиточка Николая. Вот он. Массаж. Он сказал, что он целитель. Николай, вы целитель, да? Я визитку показываю. Только это старая визитка, это еще визитка, когда я массажи делал. Сейчас у меня практики гораздо хуже. Практики целительские, да? Да, целители, медитация. Ну я покажу, может кто-то заинтересуется. У меня раскрытие потенциала с пространством глубинного занимаюсь. Ага. Хорошо. Вот ВКонтакте. Инстаграм. Николай. В тему, но и в тот же вот момент просто такая мелькнула мысль. Вот так вот купишь, а потом будешь читать, и окажется, что там для твоего знака зодиака он категорически противопоказан. Нет, камень выбирает себя. Если ты уже купила... Угу. Не выбирают, просто везде пишут, там, для таких, кто подходит. Пишут копирайтеры, это я вам так скажу. Я сама была копирайтером, иногда писала, да. Но
по знаку зодиака лучше смотреть. И если у вас уже вы начали выбирать, она вот купила ляпис лазурит. Что ты про него прочитала? Про ляпис лазурит, так, я сегодня читала, но я говорю, у меня же память как у рыбки. Как и у меня. Гупи, да. Да, здорово. Спасибо за покупку. Удачи вам. Пусть вам наряжен. Заряжен. Наряжен и заряжен. Спасибо, Николай. Хорошо, хорошо, удачи. Спасибо. Говорю, что вот рассказываю, что у меня уже перепуталось все в голове, про какой камень что читала. Ну, вот. Там примерно одно и то же. Ну, примерно, да, вот они похожи. Синие, они синие камни, это все, что для медитации. Ну, там также еще вот очень было много написано для осуществления желаний, там продвижений различных. Это вот прям как раз вот то, что в данный период нужно. Поэтому думаю, надо же, как вот совпало. И вот сейчас действительно получается, что это камни выбирают, а не мы их. Да-да-да. Очень так здорово. Рассказываю, пришла к мастеру, у меня свой камнерез знакомый, мы с ним общаемся уже больше 10 лет, и я выбирала, так у него, говорю, так, ну ладно, Миша, я пошла, я что-то сегодня ничего выбрать не могу, он говорит, да, рассчитаешься за то, что на пальце у тебя. Я смотрю, а я даже не заметила, я надела выбрать кольцо к себе, и камень пригрелся, и я даже не чувствую, что он у меня, я у Миша, он, да, я знаю, как камни прилипают к человеку. Он уже сроднился с тобой, да, камушек, да? Ты уже даже и не поняла. У меня пока кроме аметиста ничто больше не прилипает. Аметист тоже классно, фиолетовый камень. И красивый очень, да. Угу. Так что вот. Пошла-ка я сбегаю. Еще купаться, что ли? На закате-то сегодня же день такой. Сегодня, да, знаете же, да, день зимнего солнцестояния, да, и полнолуние еще так совпало. Это вообще круто. Я тоже с тобой покупаюсь. Пошли, ага, пойдем. Давай, ага. Наконец-то все. Избавимся мы, от всего ненужного, мы купаться, старого, да, обидного. Жира. Обидный жир, 10 килограмм, уходи. Самый короткий день сегодня. Старый. Пошли, посмотрим, где, какие таланты. Сегодня суббота, должно быть, во-первых, побольше индийцев. И таланты тут всегда, всегда их много. А индийцев должно быть побольше. Ой, он еще и рисует, он вообще монетки продает, этот дяденька, обычно. 100 рупий камушек. Или картина. 100 рупий the stone or picture. Picture, картина, вообще красота. Он прям вот здесь. 100 рупий, одна картина вот такая. Я думала, камушек 100 рупий. Посмотри, какая. Так красиво. Да. Какое красивое видение, надо будет у него купить. Открытка прям, да? Открытка, да, в рамочке. Но тут надо, наверное, покупать сразу две, например, вот такую, да, и такую. Ой, мама дорогая, что там? Что ты не сделаешь? Ну, наверное... Ломает. Ломает ноги, руки. Либо друг дружки, чтобы смотрели. Чего ты его так плющишь-то? Кого поломали? Такое впечатление, что это антиреклама. Слушайте, а когда у вас, когда медитация? Он забыл, что есть хотел. Кушал, кушал пирожок. Лег еще получить побольше удовольствия. Лег на пляжик наш дружок. За свои же деньги. А это... Это из тыквы сделаны, маленькие тыковки. Джимми, Джимми, ача, ача.
Джимми, Джимми. Ача, ача. Сам, сам делал, своими ручками вот этими, талантливыми. Ой, сори. Сухарики, сухарики. Наталья. Это те прошлогодние. Прошлогодние, да. С косами. Ну, это же вообще, это же просто восторг, наша Рамболь. Особенно, когда в сезон, когда все съехались. Да что ж такое-то, я Натальку все время теряю. Ты от красоты, от яркости Рамболя, да, тут окаменела? Да. Такие яркие краски. Шапочка не нужна тебе такая за 250? Я в Питере кого-то видела, кстати, в такой шапочке идет себе. Ну, как я в небе, дур-дурой. А небо надо протирать иногда, знаешь. Протрем, в Рождество протрем. А какие серьги-то, посмотри, у нее вся обвешана серьгами. Earrings. Handmade? Yes. Вау. И эти вот handmade, вот смотри, какие. Yes. Ой, какая красота. Yeah, each каждую, каждую она вот так. You know, with a toothpick, each thing is like dark, like that. А, это получается бисер и пайетки. Пайетки она каждую наклеивала. Вообще супер, да. И макраме. What is your name? Priya. Priya. Yes. Priya, you are from India, yes. Да? Yes. Красотка, Priya ее зовут. Наталья, я все хочу, я как увижу что-то, я хочу и это, I want everything, so beautiful. Китна, по 200 рупий всего у нее эти серьги, отлично, надо что-то купить будет, я без денег вышла, thank you, Priya. Я уже хочу две картины, я хочу серьги. Так. 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 Я говорю, пойду поищу Иру, она там с Наташей, я их не трогаю. Говорю, они там первые дни наслаждаются общением. Пойду, говорю, хоть издалека им там ручкой помашу, они вот раз и нарисовали. Ты не забудь Катюшку потом привезти в Путапарте в 20-х числах. Я думала, ты придешь. Да. Да приду, конечно. Нет, я думала, помнишь, тогда ты ушла с Аши в аптеку и активировать твой интернет. Ну, ты же сказала, вот-вот. А была Катюшка там. Серега, я думаю, что я буду там ошиваться под ногами. Люди только приехали. Туда-сюда, по-быстрому, туда-сюда, да. Что-то ходим. А где вы поселились? Мы поселились на почти главной улице Рамболя. Гестхаус называется... чего-то там забыла. Да ты все равно не знаешь. Я приблизительно место поняла, где они там. Ну, я, если бы название, я, может, ну, короче говоря, увидимся. Ну, там скромненький, говорит, гестик. А ну, видишь, вообще все с разных концов света собрались раз в одной точке. Да, да, да. Сегодня уже столько екатеринбургских подходило, ейных. Каменска люди пришли. Земляков, представляешь? Прям глаза сияют, счастливые, и тут, значит, наши. Давай, хорошего вечера. Да уже есть. Мы же у тебя уже купили сегодня, сейчас. Мы у тебя покупали. Анита Цой, да. Нет, Анита Цой, завтра давай. Завтра купили, да? Птички? Нет, Анита Цой, птичек я у тебя не буду покупать. Птички завтра купили. Нет. Завтра привет, принес. Ты посмотри, а, какая целеустремленная. Вот как надо свинюшек продавать. Видишь, как она... А то ты кинула свинят и ушла. Вот она, птички, говорит, купи все. Не сегодня, значит, завтра. Учись. Да. У индийских коллег. А вот, как ты говорила, да, что ты увидела объявление? Наращиваем перья. Объявление увидела.
Я ей говорю, я так и знала, ангельский... что ангелы здесь лечатся. Да, ангельский пляж, даже выщипанные перья. Быстро вылечат. Нарастят, наростят. А, вот мои любимые кришнаиты. Смотрится тяженько в шапочке, да, кавказской. Здорово вообще. Это религия позитивная, под нее надо танцевать. Они сами все время танцуют. Поют Хари Кришна, Хари Рама. Красивые такие облака. Опять гости к Иринке. Да. Потому что сегодня нас ждет настоящая карри. Да, карри. Опять это балкарри. Да. Очень вкусная. Пошли посмотрим, как там тот страдалец, который орал, жив ли? Съел ли свою булочку? Которому массаж делали. Которому делали массаж, да. Красочно! Ну что, ты все-таки собралась до ужина своего еще покормить? Ну, я чувствую, что он голодный. Я это просто чувствую. Да подождите полчасика, будет уже вам карри. А он и карри будет. И карри будет. Ой. Здрасте. Тоже поросятки. Так, ну где же этот несчастный человек, который орал? Все уже в порядке с ним? Наталья-то мимо проскочила, не поняла? Ой, как щепка, блядь. Мужчина, ты исчез? Дети молодцы. Тоже продают. Учатся, приобщаются. Собака бедная сидит, там слюни глотает. Голову в плечи втянула. Девочки кушают лепешечку. Конопляные шапки. Здрасте. Это шаль. Вот я тут вчера купила. Пройти-то к мужу. И не пройти, надо теперь все обойти. Они не любят, когда перепрыгивают через их коврики. И мы не любим. Песок же потом, песок летит. Поэтому сейчас я обойду. Ага, ну вот есть маленькое место, где можно просочиться. Полный релакс. Дай укушу за ухо. Отстань. Чё он к тебе пристает? Ты такой красивый, прямо тигровый. Не-не-не-не-не, это не еда. Отстань. Тоже отстань.
Он думает, что это еда. Это не еда, это камера. Иди туда, вот чело. Голодный он. Завтра печенье надо принести. Или подегрипал. Да. У меня для котяток. Здрасте. Здравствуйте. Я смотрю ваши передачи 2 года уже. Да. Давний зритель. 2 года смотрит передачи. Очень приятно. Присаживаемся. Я без штанов, ничего? А ничего? Я не буду брать, чтобы без штанов. Еще раз. Ой, мама. Саши на чисто русском сказал: ой, мама. Ой, мама. I have two flowers in my hand. Нет, он говорит, у меня 2 цветка в моих руках. Чего это за имя, да? Это мама. Это он от счастья, от радости. Я постоянно люблю ваши видео. Я просто про вас уже... Все знаю, да? Как мне говорят, я знаю про вас все. Я только рот раскрою, а я это знаю, и это знаю, и это знаю. Все выкладываете, поэтому... Настолько у меня к вам такое радушное отношение, как будто вы вот мои родные. Понимаете, я вас очень сильно люблю. А как вас зовут? Вера. Вера? Вера. Вера, девушка из Москвы. Да, очень приятно, передаю привет. В Москве? Да. На полгода приехали, да? Ну, на полгода, да. Вот хочу в Ашрам съездить, кстати. Конечно, конечно. Тут многие собираются. Объединяйтесь, будет легче, чтобы несколько человек, и безопаснее. Я смотрела, как вы нищих кормили, ездили, передавали, вот закупали, и как собачек кормите, печенье. То есть все видео пересмотрела, как вы. Мне настолько понравится. Серьги красивые, ангельские перышки. Прям вообще, да, такие изящные. Да, здесь мы работали. Недорого, 150 рупий, по-моему. Вообще здорово, 150 рупий. Ага. Господи, мы по рынку прошли, хочу это, хочу то, и здорово, это, и это. Может быть. Но вы здесь надолго? Нет, нет, уже чуть-чуть осталось. Да. Может быть, с вами? У нас много чего запланировано, поэтому... А вы сейчас экскурсиями будете заниматься? Экскурсию поведем с 20 февраля по 5 марта. А сейчас опять пока... в Путапарте поедем. И в Путапарте, и в Аллахабад, и в Пенджаб на свадьбу индийскую. Здрасте. Саша, долго не задерживайте. Вас снимать-то можно, не? Сейчас темно уже, не видно. Ну, темно, да. Я просто хотела снять, что Саша собирается. Ага, просто цепочку. Давайте, давайте, да. Выбирайте, у него сейчас много интересных, хороших цепочечек, необычных. Я туда перехожу. Я воспользуюсь твоей приближающей камерой, самой как будто нету. Сегодня полнолуние. Не буду Наталье мешать эпические кадры делать. Наталья, смотри, как красиво из-за пальм луна. Обалдеть. Какая красота. О, Magic Park. Вот. Как здорово смотрится сквозь бамбук вот эти вот фонарики. Как японские картинки. Все готово. Magic Park. Наталья, он спрашивает, вы enjoying Арамболь? Вы наслаждаетесь Арамболем? Мы каждой минутой. Мы стараемся времени не запускать. Потому что надо наполнить себя вот полностью. Мы решили, что завтра мы тоже будем, Сережа будет делать свои формы, а я потанцую. Танцевать на пляже. Да, потому что мы это хотим, а... Ну, здесь-то можно. Здесь это можно сделать с пользой, потому что ты успеваешь энергией напитаться. Mm-hmm. Не в зале у зеркала, а... Здорово. Под шум волн. Ты в чем танцуешь? Ну, в накидочке? Нет. Здесь, я здесь? Не в зале. В чем есть? В штанках. Эти индийцы-то сбегаются?
Но не издалека посмотреть-то. Не издалека поснимать-то, не? А когда подходишь уже мимо проходишь, они: о-о-о, мы тебя видели, ты вот так вот так делаешь. Вот так вот так. Да. А еще вот так. Да, и показывают сразу, как я делаю. Да, они пластичные, они тоже могут тут же встать, да, и сплясать. Да. Вот так, вот так, да. И эдак. Да. Наш работник гестхауса сначала тайком снимал, потом своей Джамиле или кто он там у него. Ну, мы решили, что это Джамиля. Смотри, смотри, это фитнес. На балконе сегодня. Говорит, а где фитнес? Я говорю, уже был на пляже. Но она ему так качественно мозг выносит. Вот если будет недостача игрушек, можно здесь докупить. Мэри Крисмас. Здорово. Ага. Крисмас. Можно купить тут, да. Отлично. Майя Гарден. Прекрасное место тоже хорошее. Надо как-то в нем тоже посидеть. Оно какое-то такое закрытое. Ну, более. Ага. Не было вроде бы. Нет. Или было? Ёлка. Мы такие завороженные, как дети, встали. Как будто мы не видели ёлки, да. Вот. Ну, в общем, всем счастья, здоровья, удачи, любви. Мы пошли ужинать. Вот, радости, благополучия, хорошего рождественского настроения. Вот таких оленей, чтобы принесли вам подарки на Новый год. Вот. И чудес, чудес. В жизни всегда есть место чуду. Да. Наталья такая. А если нет, то чудите сами. Чудите, да. Самое время чудить. Давай, давай. Нас зовут. Да.